Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас с вами игра под названием Last Embo, что в переводе означает «потерянный человек». Возможно, это не так, поэтому не будем на этом зацикливаться. Я не читал описание этой игры, просто начнем играть. Я играю с джойстика, и вот здесь хреновина какая-то ездит по экрану. Я не знаю, когда этот левый стик дергаешь, она в инвертированном состоянии, короче, в разные стороны мотается. Ну ладно, мы не будем на этом заморачиваться, давайте начнем новую игру. Мы видим, как на фоне солнца, заката, рассвета бежит какой-то волк. Пожалуйста, отрегулируйте яркость, чтобы значок в центре был едва виден. Но мы ничего не будем менять, потому что, ну, мы знаем все правила этих игр, потому что, ну, ничего не нужно там менять, просто оставляешь все в покое. И если ты сделаешь так, чтобы было еле видно, ты просто потом ничего не увидишь. Не выключай систему, когда этот значок виден. Хорошо, я не буду, я не собирался выключать компьютер, систему и все тому подобное. Загрузка достаточно долго, я хочу заметить, но это первый запуск, скорее всего, из-за этого. Потом это будет в разы быстрее, мы надеемся на это. Слышим журчащую воду. Пролог дружба. Интересная игра, и она как бы... То ли там головоломка, что ли, написана в жанре, то ли что-то еще. Дядька в лодке. Вода будет вести нас, огонь освободит нас, а свет приведет нас домой. Сядь в лодку, ноги промочишь, заболеешь потом. Это твой путь в город света. Когда сомкнешь глаза в последний раз, то поднимешься к свету, как искры от огня. Все, кто следовал заповедям Янрена, будут приняты. Остальные, их выбрасывают в этот мир, как диких зверей. Затерянные искры. Эй, вернись сюда! Калани! Я так понимаю, мы будем играть из этого Калани. Или, может быть, нет. Я не знаю вообще, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас это увидим. Нужно просто подождать минутку, две. Не знаю, сколько тут будет заставка длиться. Летит искорка. Потерянная. Графика вполне приятная, знаешь, такая... Прям приятная. Приятная графика, очень красивая. О, коала, или что это такое? Прошу прощения, может, ты мне поможешь? Вздыхает. О, привет! Мне нужно, чтобы кто-то... Неужели меня вообще никто не понимает? Вот этот волк, который был на заставке. О, доброе утро. Может быть, ты мне поможешь? Обещаю, это ненадолго. О, поговорить со светящейся штукой. Спасибо. Прикольно, слушай, так классное управление такое. Это в пещере, там внизу. РТ это вот эта хрень, да? Я тут торчу уже целую вечность. Ты первый, кто согласился мне помочь. Можешь это поверить? Я должен быть в городе света. Слушай, я вот... Давай сделаю вот так. Вот просто вот... Вот сделаю вот так. Я, блин... Не хочу больше так напарываться. На эту ерунду. Я, конечно, понимаю, что здесь... Блин. Наверное, нужно вернуть музыку, потому что один хрен, даже если я ее оставлю на 6, у меня придет претензия вот эта, да? А если ее убрать совсем, то это будет... Да пусть будет, блин. Не так атмосферно, но потом вообще у всего видео не будет звука, и это будет печально. Применить. Знаешь о таком? Это место, куда попадают все души истинных Янрана. Когда умирают. Но меня здесь уже целую вечность держит барьер. И я не понимаю, почему. Мне кажется, у меня остались незаконченные дела.
And I'm pretty sure that amulet has something to Ты do with уверен, that. что этот амулет как-то с этим связан? Какая-то искорка разбудила меня и теперь хочет, чтобы я бежал в пещеру. Меня сейчас здесь съест медведь. О, прыжок. Бежим. Просто Here. Бежим. Вот! That's it. Где? Где мы на месте? А, вон, вон куда нужно бежать. О! Трупецкий. Преследовать. Do you see the amulet? Видишь этот амулет? Вижу. И что он? Can you get it out? Можешь его достать? Наверное, хрен. О, спасибо. Let me see. Так, посмотрим. I haven't read the Yanran Уже не помню, когда я последний ages. Раз читал письме. А, что тут написано? Калани? No, не, wasn't меня my name. Звали не так. Maybe this isn't my body Может, after это all. Не мое тело. Well, I Но это имя name. Мне знакомо. Мы ищем человека. What? Что? It's you. Это ты. The amulet. Амулет. That's Kalani. Это Калани. Wolf, are you? It's time you reach the light. Настало время найти тебе долгожданный свет. This lost ember Этой затерянной искре нужна твоя помощь. Let this aid Это поможет you on тебе your в way. Твоем путешествии. В каком путешествии? Я спал, никого не трогал. Пупырками какими-то меня полили. Я тоже ничего не понимаю, дружище. Что происходит вообще? Какой-то огонек привел меня в какую-то пещеру. Теперь мне нужно куда-то путешествовать. Это... Волчица, это была ты? Да я откуда знаю, кто там... Просто же ты была Калани? Да, да, я... But that has to mean... Но тогда это значит, что тебя не пустили в город света. Да я откуда знаю, куда ты затерянная искра? Может, я помогу тебе попасть в город света, если ты поможешь мне? Дух истинного Янрана и затерянная искра бок о бок. Эф, позвать своего спутника. У меня нет Эф. Меню реликвий. Традиционный именной амулет Янрана. Дети получали свой первый амулет во время ритуала посвящения, когда становились полноправными Янрана. Этот амулет сделан очень плохо и больше похож на временный. Ну, хорошо. Так, и чё? Куда дальше бежим? То есть мне нужно что делать? Бегать, искать такие вот амулеты, да? И что? Бежим вон туда. Или я тут прибежал? А хрен его знает, откуда я прибежал. А вот если на эту кнопочку нажать... А на эту кнопочку ничего не меняется. Нажимаю, и ничего не происходит. В смысле? А что, туда не нужно уже, да? Все? А куда бежать? Куда бежать-то нужно? О, блин, да что ж такое? Я мало что помню. А, то есть... Sure ну, я уверен, что вместе мы во всем разберемся. Я испугался даже. Потому что я не ожидал, что он завоет, и... А вот эти кнопки что значит? А, это типа как чуйка, да? Чуйка, и он с помощью нее будет искать. Ладно, побежали вон туда. Побежали нам, что, жалко, что ли? Он все в какую-то в ту сторону летит. Но хрен его знает, в какую сторону на самом деле нужно лететь. Бежать. Вот сохранение опять пошло. То есть я и в ту сторону пошел, сохранение пошло. И в эту сторону побежал, тоже сохранение пошло. Ему вообще фиолетово. Куда... Опа, я сейчас чуть не упал. Тебе нужно как-то перебраться в другую сторону. Наверное, перепрыгнуть. Я считаю, что это будет самый логичный способ. Подожди, я попробую тебе помочь. Чем? Как?
Сколько ждать? О! Чудики прибежали. Я нашел только этих двоих. Wolf, волчица, твоя метка. Look. Смотри. Какая метка? What's happening? Что происходит? Wolf? Волчица? О! Я теперь этот хомяк. Как у тебя это получилось? Так, а самое главное... Блин, слушай, классно. Ты душеход. Это душеход? А, это, блядь, не душеход. Это какой-то дурачок, который, смотри, как пластилиновый. Легенды Янрана рассказывают о тех, кто одной ногой стоял на свету, а другой на земле. Слушай, прикольно же такое. Может быть, тебя изгнали из города света по ошибке? Нужно узнать о тебе побольше. Мухоморы. Исследовать. О, привет. О, привет. А чё вас так много? Стильный, но ядовитый. Янрана делали из него крепкий напиток по особому рецепту. В сочетании с козьим молоком он помогал пережить трудный день. Короче, синячили они по-страшному. Вот что они делали. О, блин, как всё... Размывает. Как он бегает? Хрюкает прикольно так, слушай. Милая такая ерунда. Хрюкает. Привет. Во, я могу в этого переселиться. Круто. Вообще, ты гляди. Классная игрушка. Мне уже прям очень сильно нравится, на самом деле. Прикольная. Прям такая, знаешь, душевненькая. А, о. Я могу вообще вот так вот бегать просто и переселяться. Недалекие создания. Время от времени нажимайте лево, низ, вправо. Это позволит вам увидеть, как некоторые животные едят. Чё-то всё уехал? Ну ладно. Я понял. А... Прям прикольно, хреновина. Оба, я чуть не упал. Привет. Все ягоды нужно еще съесть. Что сделать надо? А, надо вот. Бежим, значит, мы. Значит, мы бежим. Цветочек какой-то. А чего вы за мной ходите? Не надо за мной ходить, я убегаю. Самое главное сейчас... Чего? Ты чего зависит? Самое главное сейчас, короче, чтобы... Знаешь, что? Чтобы... Чтобы меня... Ну, мне не вынесли это предупреждение, чтобы не вырезали звук из видео в самом начале. А то придется удалять вообще звук весь. Или вырезать просто видео. Это будет не очень хорошо. Красиво, слушай, смотри как. Классная игрушка. А, это то есть заставка была. Moon Ice. Lost Ember. Свет и тьма. Вы можете вернуться к форме волка в любое время. Мне нравится вот, вот эту. А, ну, давай. Куда ты побежал? Я хочу за этого хомяка бегать. Ну, блин, не, конечно, за него медленно бегать. Может, тебе удастся сквозь него пройти... Сквозь кого? Я прослушал. Можешь еще раз сказать... О, солнце. Я просто прослушал, что он сказал, и... Поэтому я не знаю, что мне сейчас делать нужно. Сквозь... А, вон там что-то красным горит. Это значит, надо туда бежать. Смотри, как разогнался. Облака красивые. О, позвать спутника. Do you see that? Ты это видишь? Это огонь? Нет, это не огонь. Давай узнаем. Да я знаю, что нужно узнать. Я туда и бегу. А, вот сюда, что ли, бежать? Огонь. Игрик исследовать. Сломанный молоток. Молоток сломанный нашел. Больше информации. А это что?
пустота. Это вот что происходит, когда сильные люди используют хрупкие орудия. Да, такое бывает. Ничего себе, смотри, здесь сколько дыма. Что это? По-моему, мы видим прошлое. Ну, Wolf, are you doing молчите, this? Это благодаря тебе. Yes, do you see the да, amulet? Видишь эти амулеты? They're это Ямрана. Our people, наш народ. Children of the дети императора. Where do you think как they думаешь, were going? Куда они шли? Куда-то они шли, точно. Куда-то шли. Что-то несли. Переезжали они куда-то. Смотри, у них вон еда. Они больные какие-то все. Скорее всего, они переходили из какого-то там, из своего поселения в другое поселение. Какие-то пещеры, может. О, oh, no. Oh, нет, разбойники. Wait. Постой. That's это Калани. Волчит. Волчит-то. Это I снова mean, она. I mean, то есть ты... То есть, эта волчица в прошлой жизни напала на этих детей императора. Значит, ты была разбойницей. Ну, наверное, хрен его знает, кем я там была. Полагаю, это как-то связано с тем, почему ты не можешь попасть в город света. Возможно. Если мы сможем разузнать о тебе побольше, я уверен, что смогу помочь тебе туда попасть. Что? Как это произошло? Was that the memory? Это было воспоминание? Wolf, do you think that means? Как думаешь, это значит, что я могу выйти? Come on, let's try it. Ну-ка, давай попробуем. Ха! У тебя получилось. I'm free? Я свободен. Wolf, I'm free. Волчица, я свободен. Now I can show you the way. Теперь я могу помочь тебе найти город света. Ну ты помогай. Come я on. Воспоминания не буду больше смотреть, толку от него нету. То есть, ну, как бы мы посмотрели. Нам уже все. Камон, говорит. И, ну куда бежать-то, камон? Вообще грибы надо. Опа, что это такое было сейчас? Очень странное. А, грибы, ягодки надо искать там. Все дела, то есть... А, нужно исследовать игру на 100%. Но сейчас я бегу... Опа, сосредоточиться. ЛБ. О, хомяки. Как они называются, правильно, не знаю. Хэ. Какой в море. Зажать окатиться. Прикольно, слушай. А с горки можно только, да? Прикольно. Это кто-то Лило и Стич пересмотрел, поэтому так получилось. Или это и есть Стич. Только это, земной. Или не земной, где мы сейчас находимся, не знаю. А, мне нужно сюда, да? Да, надо сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где я? Вот он я. Можно вот сюда пойти посмотреть, что здесь. Ни хрена нового, ни хрена полезного. Пойдем обратно в норку. Я не понял, я сюда же, что ли, вышел? Или через пару метров? Стой, а как я, блин, могу... Стой, сейчас я... А! Вот оно что, вот оно, где дырка-то эта. Все, бежим. Бежим мы, значит, куда бежим? Где я? Есть, ёлки зелёные. Я, короче, заблудился, по-моему, только что. Зачем я сюда иду вообще? Куда мне нужно катиться? К херам, по-моему, мне нужно катиться. Куда мне нужно идти? Показывай мне дорогу, блин. О, привет. Исследовать. Странный шар. Странный шар. Первый раз такой вижу. Это, покебол вообще-то. Это не странный шар. Я буду кататься, потому что это забавно. Потому что это очень интересно. Угу. А, ну, значит, можно вот просто вот так вот взять и скатиться внутрь.
внутрь, блин, вниз. В смысле? Стой, я, блин, не пойму, как я обратно-то возвращаюсь? Жевать? Не жевать, а куда мне бежать-то нужно? Карты есть здесь где-нибудь вообще, нет? Показывай мне. Толку ты ко мне прибегаешь? Я не знаю, что мне делать. Я, блин, прибежал сюда, а толку-то от этого? Говорит, пойдем, я знаю, давайте помогу, куда надо побежать нужно, покажу. Показывает мне, блин. Я просто бегу и все. Бегу во все стороны, непонятно куда. Два раза заблудился в этой норе, или три вообще сколько? Много раз. О, сохранение прошло. Но оно проходит независимо от того, правильно ты бежишь или нет. Опа, смотри-ка. Опять разбойник. Куда они идут? Да хрен их знает, куда они идут. Куда-то им нужно идти, значит они туда идут. Вот мы сейчас куда идем? Вот ты мне можешь объяснить? Я не знаю, куда я иду. Я, например, вообще не могу знать, куда мы идем, потому что ты меня никуда не ведешь, и веду я тебя, а ты рядом просто летаешь. Ой, зависает что-то у меня. Что это такое, значит, это непонятно. Вот. Ну, куда хоть я прибегу в конце концов? Нет, в горку он не катится. В горку он катится крайне нежелательно. Ой. Я так понимаю, эта карта, что ли, прогружается, не знаю, таким страшным способом. О, ты чего там? То есть она как бы хотела бы, может быть, прогружаться нормальным способом, но она прогружается прям какими-то кусками огромными. О, утка! Что они делают? Они просто сбрасывают все в реку. И речка это сложно назвать на самом деле, потому что это какая-то ерунда. Not much else to do here. Let's head down this way. Летать вниз можно, просто отпустив кнопку, типа нет. Круть. Оп! Исследовать. Стрела. Классно. Не знаю, прям интересная игра очень. Охотники Йенрана предпочитали использовать копья, но иногда охотились с луком и стрелами, например, на уток. Кря-кря-кря-кря-кря. Грибочек! Вон грибок! Да, ну ты что такое делаешь-то? Нужно все мухоморы найти. Смотри, барьер, который мешал мне пройти. Он не исчез, а стал еще больше. Ну, то есть мир мы расширяем, просто все. Смотрите, не смогу пройти, пока мы его не разрушим. Как нам удалось сделать это раньше? Он потрескался, типа, мы воспоминания, наверное, нашли. Ты знаешь, как разрушить барьер? Я утку хочу обратно вернуть, вот что я хочу. О, прикольно, смотри. Способность, говорит, недоступна. Хе. Я хочу в утку вернуться, я... Вон надо на огонек бежать. Но это, блин, огонек, он далеко. За уток мне нравится играть боль. За утку мне нравится играть очень. Потому что ты можешь летать. А летать это очень классно. Вот она, утка.
А, я могу замедленные действия включать. Я понял, на эту кнопочку. Хорошо. Да не надо. Совсем-то это. На дно идти. Показать. А, зажать надо. Мы сейчас посмотрим еще одно воспоминание сосредоточить, чтобы найти остатки воспоминаний. Did you live back here? Ты жила здесь? А. Волчица оказалась. Что происходит хоть? Seems like you were their leader. Похоже, ты была их предводительницей. Ну, это может быть всякое возможно. Я не могу знать, жить. Я же ведь не помню ничего. Я вообще волк. Волчица, хочу заметить. Ну и что? То есть мы узнали то, что... как ее звать? Я не помню, на К как зовут. Я забыл уже, как ее зовут. Потому что не упоминают никогда. То, что я была... Предводительница этих разбойников, которые напали на... Во. На амулете написано имя Вейла. Не написано там ничего. Сосредоточься, чтобы найти остатки воспоминаний. Ты слышала? Похоже, что-то получилось. Похоже, получилось, волчица. Блин, мне нужна утка. Утка, срочно. Утка. О, какая красивая утка, смотри. Да, получилось, барьер вон сломался. Барьер сломался, значит, мы сможем сейчас пройти сквозь него и пропустить эту вот душу Йенрана. Йенрара, как он? Винрар. Сломали. Ха, у тебя опять получилось. То есть мы вспоминаем, кто мы такие на самом деле. О, смотри. Ёлки-палки. То есть не держать, а надо нажимать постоянно. Трактор такой. Меня не расплющит вообще? А, мне просто не даст. Я понял. Давайте мы... А, чё мы? Голова-то на этом не заканчивается, получается, да? Я думаю, мы голову закончим, да... Да всё. То есть, голова-то не закончилась, а следовательно у нас что? А следовательно у нас ещё очень много-много-много всего. Много, прям много, я так понимаю, Wolf, всего. Волчица, твои воспоминания. Мне кажется, я знаю, почему я все еще здесь. Я твой дух, проводник, я должен помочь тебе попасть в город свет. Ты что-то себе придумываешь. Они наверняка поняли, что в тебе тоже есть что-то хорошее. Да во мне много чего хорошего есть. Вот поэтому я пока не могу попасть в город света. Я, по-моему, сейчас на старую эту космическую, блин. Выйду. Я хочу на этом закончить. Просто игра-то большая, игра длинная. Я предполагаю, что она прям, ну, не на одну серию, не на две. На часа на 4, наверное, ее хватит. Поэтому давайте мы на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых сериях. Видео. Всем пока.